Новая редакция паспорта нацпроекта «Безопасные качественные дороги» расширяет его состав с 4 до 6 федеральных проектов. Основная цель – ориентация на комфортную и безопасную среду для жизни. С этого года по 2024 в Самарской области должны привести в порядок более 850 километров автомобильных дорог. Продолжается тоже реализация федерального проекта «Безопасность дорожного движения», который направлен на снижение непосредственно смертности. Там разделил сейчас 2 показателя. Их непосредственно также нужно будет ежегодно достигать. В этом году для Самары закупят 22 троллейбуса. Это станет возможно благодаря новому федеральному проекту «Модернизация пассажирского транспорта в городских агломерациях». Также городские власти планируют отремонтировать 30 участков дорог. Из них 25 приведут в порядок большими картами. 5 участков дорог обновят комплексно, включая тротуары, бордюры, приведут в порядок люки инженерных коммуникаций и наладят дорожную инфраструктуру. Что касается измененных технологий, по новому ГОСТу уже используются новые асфальтобетонные смеси. Это позволит более качественно отремонтировать наши самарские дороги и сохранить их в долговечность. У всех подрядчиков закуплены необходимые материалы, все заводы у нас переоборудованы, поэтому проблем с этим мы не испытываем. Новой литой асфальтобетонной смесью уже начали производить ремонт трамвайных путей на проспекте Кирова. Городскими властями был произведен объезд гарантийного ремонта дорог. Из 600 тысяч квадратных метров отремонтированных нарушения нашли только на 150 квадратах. В новом паспорте нацпроекта учитываются мнения жителей губернии о качестве работы дорожных служб. Также особое внимание показателям безопасности дорожного движения, качества транспортного обслуживания и доступность дорог. Есть проект «Карта убитых дорог». Может любой человек найти в поиске, сфотографировать участок дороги, отметить ее на карте, и мы ее увидим, то есть она пройдет там модерацию. Раньше в национальном проекте «Безопасные качественные дороги» было запланировано развитие только региональной и местной дорожной сети. С этого года под контроль взяли и федеральные дороги. Всего за время действия нацпроекта отремонтировали свыше 400 километров региональных дорог. Кроме того, в трансформированный нацпроект добавилась подпрограмма «Мосты и путепроводы». До 2024 года должны привести в порядок более 1800 погонных метров искусственных сооружений. Сейчас Минтранс приступил к разработке проектно-сметной документации 10 путепроводов. Также в Самаре и Тольятти планируют внедрить интеллектуальную транспортную систему. Построят 3 пункта весового контроля. Продолжится и реализация контрактов с использованием новых технологий и жизненного цикла. Мария Елчан, Григорий Плешаков. События.